Британские парламентарии понимают, что справедливость на стороне Баку. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в рамках международно признанных границ. Поэтому никакие аргументы армянской стороны не могут этого оспорить, заявил член парламента Великобритании Боб Блэкман в передаче телеканала CBC «Глобальная дискуссия». При этом британский парламентарий обратил внимание на то, что армянское лобби не оставит попыток дезинформировать международное сообщество. Однако в Соединенном Королевстве это вряд ли у них получится. Великобританию и Азербайджан объединяют политические и экономические связи. В целом, наша дружба длится очень долго, и, разумеется, имеется особый интерес к нашим договоренностям по нефти и газу, экспорту из Азербайджана. Это очень важно. Между двумя странами существует очень много договоренностей в разных сферах. Я думаю, эти отношения будут только развиваться и усиливаться. На фоне разрешения конфликта и освобождения азербайджанских территорий сейчас появляются новые возможности для развития Нагорно-Карабахского региона.